Садись, подвезу. А что? Помогу тебе немножко. Все. Как дела у тебя? Нормально? Ну тебя там ждут уже, наверное, все. Уже вся Россия по тебе знает. Ну, слушай, а у тебя что, это дома нет или что? Почему? Дом есть, все есть, паспорт есть, и гуляешь просто. А что ты его там оставил? Ну, а вдруг тебя там милиция где остановит и все? Да? Нормально все? Ну, молодец, красавчик. Как вообще, как здоровье? Здоровье отлично. Отлично. А где ты вот зимой ночевал? Вот? Свободно? Да. А вот вообще по России шел там это самое. Да. У тебя вот, ты вот останавливался там вот зимой особенно, где ты вот? А, ну просто там у знакомых, да? Да. Ну так знакомился, ну понятно. И у знакомых. Ну, работал там. А, работа? Каких-то поросят понимал, очень прикол. Да ты чё, это да. Вот пока путешествовал? Ну ты молодец. А почему ты решил вообще вот на такой шаг сподвигнуть? Что тебя сподвигло? Не, не, вот серьезно, вот ты ж как вот сидел, подумал, вот это самое, я пойду через всю Россию или как? А почему я так? Я вообще не особо думал об этом. Ну а как ты решился вот на такой поступок? Не знаю, кто его знает. Вообще не особо. А вышел как? Какое время года было, когда вышел? Вышел, сейчас в этот раз в августе вышел. А ты уже не первый раз идешь? Да, второй. Ой, чудо. А первый раз до Сочи дошел. Мне сейчас в Роско и домой отправили. Ну, может, могу еще давно дойти до Владивостока раньше. Ну, молодец. Ну, а здоровье нормально все, да? Ботинки у тебя? Новые какие-то ботинки. Дали, да? Да, какие-то новые вещи. Ну, понятно. Ясно. Ну, ночуешь, где придется, короче, да? Да. Давай подвезу, садись. Нет, пешком, ничего себе. А, все, пешком. Ну, молодец. Ну все, тебя уже в каждом городе ну, встречают, тебя. Ты уже звезда. Ты уже на всю Россию известен, тебя уже все знают. У тебя телефон есть? Ты не вообще. А вообще идешь без связи, без чего? Голоден, нет? Не голоден, покушал уже? Ну молодец, красавчик, ну удачи тебе. Да, спасибо. Ну давай. Счастливо. Пока. На всю Россию. Скажи Лучегорск привет. Лучегорск привет. Уже на всю Россию известен. Вот до Лучегорска чуть-чуть осталось. Вот уже Лучегорск. Давай, ну счастливо. Пока. Может тебе что надо, нет? Не надо. Обувь есть нормально? Да. То я тебе дам, если что. Ну все. Ну ладно, счастливо. Давай.